каникулы с общественным советом. Общественники и сотрудники полиции с проверкой выехали в детский оздоровительный лагерь «Звездный», который находится в Цивильске. Слово моим коллегам из пресс-службы МВД. Проверка лагеря «Звездный» начинается еще с ворот. Первым делом общественники и полицейские наведываются на КПП. Проверяют журнал посещений, пункт видеонаблюдения и документы самого охранника. По периметру лагеря установлено более 20 камер. Все выходы и входы под контролем. В лагере у нас 480 детей в смену. На данный момент у нас в лагере 472 ребенка. Гостям показывают места спортивного отдыха детей. Полосы препятствий, площадки для командных игр, дорожки для бега и пеших прогулок. Руководство сообщает, лагерь раскинулся на территории 20 гектаров. Только для игры в футбол здесь выделено целых 3 поля. Далее члены общественного совета при МВД и сотрудники внутренних дел проходят в жилые корпуса. Часть из них недавно пережили капитальный ремонт. Душевые, туалеты, комнаты гигиены, сушилки, все по корпусу. В ходе визита гости успели пообщаться и с детьми. Проверяющие отметили, что несмотря на дождливую погоду, воспитанники лагеря были в хорошем настроении. Сегодняшнее посещение показало, что в детском оздоровительном лагере «Звездный», который принадлежит муниципалитету Цивильского района, хорошо работа организована. Мы можем даже рекомендовать ознакомиться с другим лагерям и их опытом работы. Общественники и полицейские обещают вернуться, правда, уже в составе полицейского десанта. Представители различных подразделений приедут в лагерь, чтобы поближе познакомить детей с работой сотрудников МВД.